Буквально через несколько часов сборная страны по футболу попытается остановить Мохаммеда Салаха вместе с партнерами по его команде из Египта. Эта игра станет второй для соотечественников на домашнем чемпионате мира. Болельщики с Алтая наверняка более пристально будут следить за игроком с номером 21. Именно под ним выступает наш с вами земляк Александр Ерохин. Правда, пока еще неизвестно, окажется ли барнаулец в окончательной заявке на сегодняшнюю встречу. В первой игре Станислав Черчесов включил футболистов в список на матч против Саудовской Аравии, но на поле так и не выпустил. Встреча против сборная Египта начнется в час ночи по барнаульскому времени. Как и первый поединок, увидеть игру можно будет на трех больших экранах в официальной фан-зоне Барнаула. Помимо самой трансляции, гостей ждет волчонок-предсказатель Забивака и развлекательная программа. В случае, если пойдет дождь, чего не исключают синоптики, зрители могут посмотреть футбол уже в спортивном ледовом дворце спорта Карандин-Арена. Там растопили лед, поставили трибуны, а табло подключили к одному из телевизионных каналов.